с наступающим Днем Победы. И не только мы, компания «Русский хлеб» вам дарит такой вот продуктовый набор. Здесь все для чая, чтобы встречать гостей, печенье, кексы, чтобы праздник был сладким для вас. Спасибо. Спасибо за внимание. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Тюкинеев встречает нас еще во дворе. Он бодр и весел, в свои 92 года с улыбкой говорит, ощущает себя на 25. Будучи в таком молодом возрасте, он уже вернулся с фронта домой. В 42-м году Николай Николаевич отправился служить добровольцем. Раньше его не призвали, потому что 17 лет не исполнилось. В 41-м он еще точил снаряды для «Катюши» на Магнитогорском металлургическом комбинате. А поступив в Красную армию, оказался под Сталинградом. При первой же встрече с врагом сама судьба уберегла его от смерти. Ко мне подходит подполковник и говорит: «Я тебе даю записку, отнеси его к командиру части». Добежал, нашел его, быстренько сунул и обратно. А в это время налетели самолеты и начали, значит, бомбить. Когда я подошел к эшелону своему, одни решетки, скелеты. А после было пекло Сталинградской битвы. В одном из боев Николай Николаевич получил ранение и был отправлен в госпиталь. Я защищал этот завод «Красный Октябрь». Вот. Ну, периодически мы делали выход к Мамаеву-Кургану. Дважды брали Мамаев-Курган и трижды вышибали они нас. Кавалер ордена Красной Звезды, кавалер ордена Отечественной войны второй степени. Награды украшают пиджак Николая Николаевича. Не военный китель. В армии после войны он не остался. Вот это я первый получил медаль за отвагу, это за оборону Сталинграда. С войны в фотоальбоме всего один снимок, сделанный уже в Венгрии. Николай Николаевич в окружении сослуживцев, друзей. Фронтовую жизнь Николай Тюкинеев запечатлел иначе. Вся она в зарисовках. Вот парад победы в 45-м. 12 мая это у нас война кончилась. А это союзники. Это англичанин, американец, это советский воин. Ну и вот выстроились мы в городе Нетолице, это Чехословакия. Ну и хотели по площади пройти. В это время кто-то выбросил фашиста, пойманного в листу. Но чехи выбросили прямо под ноги. И после войны Николай Тюкинеев продолжил рисовать. Учился в Пензенском художественном училище, потом в Киевском художественном институте. В «Магнитке» преподавал Зои Черчения в 53-й школе и техническом университете. И сегодня его дом – это и художественная студия, и галерея.